Красноярские исследователи разыскивают пострадавших от действий 39-летнего педофила. Его арестовали на прошлой неделе в Ленинском районе Красноярска. Мужчина совершил сексуальное насилие в отношении 12-летнего мальчика. Оперативники предполагают, что задержанный причастен и к другим аналогичным преступлениям. Всех, кто располагает информацией, просят позвонить в следственный отдел по Ленинскому району. Номер телефона вы сейчас видите на экране.